Я была наполнена миллионами волшебных пузырьков. Меня выбрал Миша. Он пригрел меня у своего сердца. А потом он жадно целовал меня. Я отдала ему все, что у меня было. Он выпил меня до капли, а потом бросил. И я оказалась среди таких же, как я. Нас долго куда-то везли. Мы оказались в настоящей мясорубке. А потом я поняла, что жизнь продолжается. И я воскресла. Внутри меня разгорался настоящий костер. Сначала я думала, что дождусь Михаила, но меня взял Рома. Мы с ним зажигаем. Теперь я живу за городом.